Генпрокуратура пояснила, почему решение суда о конфискации 1,5 миллиарда долларов Януковича засекречено. Утверждают, что в отношении большинства компаний, которые фигурируют в деле, проводят расследование и намерены привлечь к ответственности топовых организаторов по отмыванию денег из госбюджета. Именно поэтому в интересах следствия информация не может быть обнародована. Напомню, ранее телеканал «Аль-Джазира» опубликовал решение Краматорского райсуда по спецконфискации денег Януковича, которое было засекречено. В материалах этих сообщается, что к схемам вывода из страны замороженных денег экс-президента якобы причастны высокие чиновники из Украины. Подлинность опубликованных журналистами документов в ГПУ сейчас проверяют. Звертаю вашу увагу, что прилюднений документ не містит ані підписів, ані печатки, ані унікального судового номеру. Чому ми прийняли рішення про засекречення цього вироку? Геть не тому, щоб прикрити когось посадових осіб чи якихось окремих комерційних структур. Їх там сотні. Мотивували своє рішення тим, що по переважній більшості зазначених компаній на сьогоднішній день тривають активні слідчі дії.